Итак, это прохождение игры «Тачки». Как видите, есть тут главное меню. Приключения, гонки, поединки, настройки, бонусы, выход из игры. Начнем мы с гонок. Выберите тип эпизода. Гонки по Радиатор Спрингс и другим местам. Дорожные гонки. Настоящие гонки на скоростных трассах. Этап Кубка Поршня. Любимые моменты из игры и фильма. Мини-игры. И мы начнем с дорожных гонок. Дорожные гонки. Видите, сколько их тут? И самая первая гоночка. Это Гран-при Радиатор Спрингс. Выбор сложности. Новичок, мастер, чемпион, ученик. Начнем мы с новичка. Выбор персонажа. Молния, Мэттер, Салли, Док, Рамон, Фло, Шериф, Винтец, Чик-Гикс, Молния, Монстра-Молния, Граф Дракула. Так, видите, тут в каждом персонаже есть покрасочка. Так, выберем мы Молнию Маквина с покрасочкой. Дай-ка посмотрю. Давайте вот такую. Да. Дайте мне полный бак, и я объеду весь мир! Так, это последний круг. Первая молния, второй Мэттер, третья Фло, четвертый Шериф, пятый Сержант. Итак, до свидания, встретимся во второй дорожной гонке. Пока!